Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить игру под названием «Отчужденный. Акт 1». Напоминаю, что это мод к игре Half-Life 2. Вот. В Steam она бесплатная, эта игрушка. Не забываем подписываться на канал, ссылочка внизу под видео, либо в правом нижнем углу на самом видео. Вот. Ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Также оставляем комментарии. Не забываем. Итак, мы провалились в люк. Да. В люк провалились и очутились в канализации. Что нас ждет в этой канализации, знает только один разработчик. Вот. Ну давайте посмотрим. Включили фонарик, идем. Что у нас там? Вода какая-то. О-о-о, я куда-то поплыл. Мы куда-то поплыли. Двери не открываются. Так. Я прошел сквозь бочки. Офигеть. Я умею ходить сквозь бочки. Надо, наверное, взорвать их, я думаю. Так и есть. Так. Дверь подсвечивается. Не открывается. Подсвечивается, но не открывается. Фонарик. О! Я думал, нам надо в дверь. А мы провалились. Окей. Спускаемся ниже. Так. Что у нас с героем? Что он какой-то контуженный и дерган. Так, у нас три прохода. Музычка такая нагнетающая играет. Что там? Бутылка из-под молока. Окей, так, перезарядимся. А, ну в принципе, здесь везде тупик. Ничего не работает. Значит, дорога нам только сюда. Идем. Лампочки надо поменять. Так, мы куда-то пришли. Don't block. Что это у нас? А, молоко, это аптечка. Так, что-то у меня мышка как-то тупит. Вон оно что, надо что-то, короче, придумать. А, нет, дверь открывается, все нормально. Я понял. Кажись, я понял.
Ага. Не пролазит. Так, окей. Давайте думать дальше. Что здесь мы можем сделать? Доски не берет. Может здесь что перетащить отсюда? Я думаю, надо что-то подложить, чтобы дверь не закрылась. Что-то типа вот того, вот этого сделать. Давайте еще пододвинем немножко. Сломалось. Надо что-то. Не знаю. Так, надо что-то придумать. Бутылки сюда подставить. Чё-то резко так звук пропал. Давайте попробуем бутылку подставить. Ой. Бутылка улетела. Так, что же делать, что же делать? Что можно туда подставить? Такое в коробку. Но мы коробку-то мы можем подставить. Но мы не пройдем. Надо какую-то бутылку. Давайте попробуем коробку. Что делать? Что делать-то? Несем посылку. Наверх надо забраться куда-то. Нет. Начинаем тупить. Просто начинаем тупить по-страшному. Так, их все равно нет. Не пронести через двери здесь. А куда у меня коробка делась? Коробка куда-то исчезла. Может, бегом? Нет. Не успели. Не, ну я так предполагаю, надо что-то туда. У меня еще фонарик сел. Вообще шикарно. Я так предполагаю, что надо туда что-то. Так, а здесь что? Не пролезть. Что-то положить туда.
патроны не будем тратить. Щеточка. Здоровенько. Ящик он разбивает, блин. Я опять прошел сквозь ящик. Так. Один. Мне кажется, разобьет он их. Эти ящики. Можно ли крутить их? Поставь вот так. А этот немножко сдвинуть. Так. Разобьет, мне кажется, сейчас разобьет их. Да. И здесь ничего не сделать, да? Пронести будет. А, нет, пронес, смотрите, пронес. И чё, типа этот у нас посильней блок. Забьет. Да ладно. Нифига себе. Отлично, прошли это место. Пришлось попариться немножко. Так, что у нас тут дальше? Че там? Швабра? О, фу. Тут рыгает. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так предполагал, но, блин, не надо было, наверное, этого делать. Так, дверь закрыта. Дверь открыта. Пробиваем головой. Кто-то здесь бухал, походу. Колы и коньяк, или что это, виски. Мрачные коридоры тут такие. Что здесь лежит? Там рыгает тот. Наверное, тот, кто пил вискарь с колой, рыгает там. Так, такую штуку я помню. С Half-Life. Наверное, так. Что заработало? А, чистка произошла. О! Это
уже интересно. Это уже интересно. Так, F5. Как мне нравится, это большая надпись. Игра сохранена. Это вообще кусок какой-то непонятно... Непонятно, чего вообще лежит. Видно, что человек, но непонятно вообще, что с ним произошло. Так-с. Снова коридоры. Закрыто. С охраночки. Пока ни одного зомбака мы не видим. Никаких врагов нету. Оу. Как высоко. Не буду рисковать я к краю подходить. Тут закрыто. Снова музыка. Что-то похоже на какую-то, не знаю. Что я там застрял? Фонарь. Как в этом, как в Half-Life, это вот этот альянс был, по-моему, или как его там, или тюрьма. Что здесь нет? Лестница наверх. Я видел там лестницу наверх. Ну давайте посмотрим, что еще здесь есть. Походу здесь ничего нет. Нам нужно наверх тогда. Ну, один ход, да, наверх. Сохраночки. О. Ай. Ой, оно еще и шатается. Отлично. О, эй, не двигайся. Бежать. Беги. Are you awake yet? Ты очнулся? Hello. Эй. I'm talking to you. Я с тобой yes, разговариваю. You. Да, с тобой. God, there we go. Ну, наконец-то. You feel all right? Ты в порядке? You sure? Точно. We would want you to get hurt again, now, would we? Ты снова покалечился. So the question on my mind is, так вот, скажи мне, why is a fisherman что здесь all the way делает down here? Рыбак? Owen, don't Ах, worry. Да, не волнуйся. I took away your hardware. Я убрал подальше твои железки. Far be it from me to question where you got уже it. Не спрашивай о том, где ты их достал. You're quite the adventurer, aren't you? А ты тот We've been tracking your movements ever since you entered the facility. Too bad you wasted your time. Куда? Жаль, Speaking of time. Кстати, My shift ended half an hour ago. Смена кончилась. So make yourself comfortable. Так что устраивайся поудобнее. Завтра ты все равно умрешь. Этот чувак настроен серьезно. Он мне угрожает. Так. Наклониться влево, наклониться вправо. It's me. Yeah, he's awake. Да, он очнулся. Ну что ты? Давай, раскачивайся, ну. Я делаю все, что сказано. Влево, вправо. Что за фигня? Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Давай. Ну. Еще. Что об вас? Гудини открытое достижение. Из нас Гудини, как не знаю. Так. О. Такой звук был просто. Так. Кто-то здесь любитель колы.
Все забрали, а фонарик остался. Так, мы без оружия. Здесь у нас закрыто. Надо что-то придумать. Мы-то знаем, что придумать. Мы же не просто рыбак. Закрыто. Так, а что нам туда вниз надо? Наверное, он туда надо. На жижу не встаем. Аккуратно. С охраночки. Ой, ё! Ай-яй-яй! Ты не залезешь? Беги, тут один. Так, куча ходов что-то у нас. Давайте пойдем сюда. Долго думать не будем, пойдем сюда. Загрузка. А, ну тут без разницы, куда идти было. Кто там мусорит? Так, и что теперь? Какая-то лестница должна быть. О, молоток. Я вижу молоток. Как мне этот молоток достать? О! Отдай мне молоток! О, вот так, да? Ой. Значит так, можно сбить. Окей. Отлично. Здесь вместо ломика у нас молоток. Отлично. Сохраночка. Как он так спускается? Так, здесь какая-то жесть, походу, будет. Блин, там высоко или нет? Я что-то ни черта не вижу. А, тут вообще вода. Тупик, тупик. Здесь, я думаю, она пригодится. Давайте возьмем с собой вон еще одна. Так, тут лестница. Разбитая лестница. Как же тут темно. Одну лестницу не хочет залазить.
О, залез. Аллилуйя. Так. Не работает. Отвали-то от ящиков-то, от этих. Батарейка куда-то уползла. Так, дверь сюда и лестница туда. Не работает. Здесь что у нас? Перепрыгивать надо, да? Оп! Отлично. Что за завод? Там чувак, он сидит. Так, так, тихо. Батарейки. Так, нам наверх или? Кто-то бросался батарейками, кстати. Здесь никого нет. Ничего, никаких секретиков нет. О, проснулся там чувак. Прыгнул. Там что-то светилось, короче, на коробке. Давайте еще раз попробуем. Да что ты? Что за фигня? Почему не допрыгнуть? Сломайся, мешает только. Давайте вот так. Оп! Не допрыгнуть. Окей. Тут пусто. Так. Он как будто ржет. Ой. Ох ты! На тебе. Блин. На, держи. В голову. Еще разок. Еще тебе. Как у него ноги сложились-то. Так, что у нас дальше? Дальше по плану. Сколько крови-то? В этом бардаке кто-то обедал. Кушал японскую кухню. Привет. Держи. На тебе еще раз. Молотком-то приятно тебе в голову. Почему вы так все время ноги скрещиваете, когда падаете? Отлично. Съели. Или что там, молоко выпили. И какого толку я сюда зашел? Что мне здесь сделать надо? За молоком я сюда зашел? Так, окей. И что нам здесь делать-то? Нам все-таки туда надо перепрыгивать? Или что? По ходу дела. Все-таки туда надо будет прыгать. Давайте пробуем. Отлично, получилось. Что-то музыка как-то обрывается, да, здесь?
О, заработало. Закрыто. Двигаемся дальше. Там, смотрите, что-то есть. Ладно, черт с ним. Давайте, кто она новенького? Еще одна загрузка. Что же это за завод? Что вообще здесь происходит? По-любому что-то неспроста здесь это все. Какой-то мужик нас обезвредил, хотел убить. То, что мы сюда проникнули. По-любому что-то секретное. Прикольно, да? Там мы стекло разбили кирпичом, а тут мы не можем молотком ее разбить. Окей. Да ну нафиг, я сейчас упаду. Я обратно упал. Чё за звуки? Помогает. Магад, что за звуки? Так, огнеопасные у нас баллоны здесь. Кто шумит? Не работает. Не открыть. Ну ничего, если что, у нас есть молоток. Молоток всему голова. Бухарики здесь были, блин. Там бутылки виски, бутылки пива. Смотрите, а здесь так чистенько, более-менее. Стены белые. Что за... Закрыто. Закрыто. Значит, сюда. Больше никуда не остается, кроме как сюда. Здесь закрыто. Все двери позакрывали. Я думал, там включатель какой-то. Включатель, оказывается, вот здесь. Да, отцепи ты его. Отлично. Проще парина репа. Пока ничего сложного. Батареечки. Да не стул. О. Где-то он головой разбивает, а тут он не может.
нужен молоток. Оп. Чувак, ты проснешься? Не успел даже. Даже глазом моргнуть своим желтым. Че мы сюда приперлись? Какая-то калитка откроется, нет? Что мы сюда пришли? Убить этого... Это что? Так. Может, дырка там? Нет, все нормально. Что делать-то? Мы оттуда пришли. А-а-а. Семён Семёныч. Так, наоборот. Отлично. Пока тишина. Вон еще один сидит. Услышал, как бутылка разбилась, что ли? Да. Ух ты! На, ой! Слышь, какой-то резвый. Что у вас с ногами-то у всех? Ну, зомби не в порядке с ногами. Зомби ведут себя странно. Закрыто. Звук такой, как будто бачок унитаза набирает воду. Сохраняемся. Очень-очень линейная игра. Просто. Так, чувачок там спит. Закрыто все у нас тут. Надо к нему, да, получается? Все тоже закрыто. Да чтоб... Какие длинные у него руки. Ну, этот хоть более-менее нормально, но все равно у него что-то с ногами. Ну, более-менее нормально умер. Так, ключ. Погоди. Письмо не прочитать? Нет, не прочитать. Ой. Причем назад это сейчас не я отошел, он сам. Даже так здесь ключи вставляются. Так, идем дальше. Там опять что-то электрическое кратит. Здесь, походу, электрикой никто не занимался вообще. Машина здесь арматуренная. Зачем она здесь?
Железо крали, что ли? Наверное, сдают эти рельсы. Воруют рельсы и сдают. О! Привет! Да что ты... На! О! Первый, кто умер нормально. Кто упал нормально. Первый зомби. Первый адекватный зомби. Правда, почикал нас что-то. Нехило. Так. Что-то с водой все. О. Чё за музыка? Так, а что-то я не понял. Туда, либо можно сюда, что-то наверх. Нет, закрыто все. Понятно, значит туда только. Ну, музыка какая-то зловещая заиграла. Давайте сохранимся. Пол такой красный, как кровь. Еще и поржал. Окей. Мы сохранились вроде недалеко. Бежим, 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 бежим. Давай, пока ты не проснулся. Бежать. Где там? Отлично. Что там еще что? А, эта дверь закрылась. Или нет? Что за звук? Какой монитор, а? Я случайно. Tempest. О, а. Так, может, здесь аптечка какая-то, нет? Аптечка бы сейчас не помешала. Честно говоря. Как же здесь темно. Погоди, погоди. А, вот это вот лифт, на котором мы упали, по ходу дела. Мы вот сюда вот ехали. Этим нас уже не обманешь. О, спицы. На, держи. Вот так их надо убивать, чтобы они не трогали, пока они сидят. Либо вот. Да что ты? Окей. Аптечка будет когда-нибудь или нет? Аптечка. Проще парень реп. В принципе, не такая уж сложная игра. Если так посудить. Идешь, идешь, молотком всех крошишь. Он так молоко выпивает так.
загрузка. По какому-то туннелю пошли. Оу, выбрались на улицу. И вон наш корабль вроде, да? Ну что, друзья, на этом, наверное, заканчиваем. Пробежались по какому-то заводу непонятному, причем в какой-то скале. Вот. Нас все отобрали. Продолжать будем уже в следующее воскресенье. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем хардкора. Всем пока.